Друзья, всем привет! Сегодня у нас 12 сентября. Хотел показать, как укоренились саженцы сорта Лохтей за 3 недели. 3 недели назад я их ставил, было видео укоренения. Вот сегодня я уже отрезал один саженец Лохтея. Первый. Сегодня ко мне приедут за саженцами. Людям уже буду продавать Лохтей. Сейчас покажу, какая корневая же у нас через 3 недели нарастает. Вот такая вот корневая, все в корне абсолютно. Саженец готов к высадке вполне. Еще у нас 1,5-2 месяца нормальной погоды, он отлично укоренится и хорошо перенесет зиму. Ну, естественно, с укрытием на зиму, и все будет отлично. Вот такие вот саженцы буквально через 3 недели. Понятно, что есть чуть похуже, чуть получше, но это я первый срезал, потому что сегодня ко мне уже приезжают за саженцами. Ну все, всем пока. Вот такое вот видео короткое о результатах укоренения макушками. Всем пока.